В 2022 году в России начнут действовать новые таможенные правила. О грядущих изменениях сегодня рассказали ярославским предпринимателям во время их совместной конференции с представителями власти и таможенниками. Напомню, о такой встрече глава региона Михаил Евраев договорился на экспортном совете с Владимирской таможней. За одним столом собрались как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные игроки рынка промышленности. Часть присутствовала лично, остальные общались по видеосвязи. Бизнесмены могли задать напрямую все интересующие их вопросы по таможенному законодательству и сразу получить разъяснение, что называется, из первых уст. Нам бы хотелось, чтобы предприниматели Ярославской области были в курсе этих событий и действовали без нарушения таможенного законодательства и не имели никаких проблем при совершении таможенных операций. Темы достаточно разнообразные, и, безусловно, здесь в части вопросов присутствует человеческий фактор, в части вопросов присутствует фактор того, что законодательство изменяется быстро, и коллеги не успевают отслеживать изменения законодательства, либо не всегда однозначно трактуются те или иные правовые нормы.